Как известно, согласно плану, разработанному в целях развития транспортной инфраструктуры города Самарканда, будут открыты 43 новых автобусных маршрута. Сегодня 100 автобусов, привезенных из Китая, обслуживают пассажиров на имеющихся маршрутах. Теперь автобусы будут закуплены в целях дальнейшего развития общественного транспорта в регионе. В связи с этим предпринимателям, желающим работать в этом направлении, со стороны коммерческих банков будут предоставляться кредиты. Согласно данным, в настоящее время в регионе курсирует более 500 автобусов 24 предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. В ходе обсуждения данного вопроса подчеркнута необходимость обновления парка общественного транспорта для создания комфорта гражданам, приобретения современных автобусов большой и средней вместимости со всеми удобствами. Ushbu yig'ilishda asosiy masala viloyatda jamoat transport tizimini yaxshilash, umuman olganda shu tirbandliklarni oldini olish va avtobuslarga qo'shimcha qulayliklar yaratish. Eng asosiy masala shu tadbirkorlarni qiynab kelayotgan shu kredit masalalari bugun yig'ilishda ko'rib chiqildi. Shu joriy yil yakuniga qadar 1050 dona yangi avtobuslar Samarqand shahriga, viloyatiga olib kelinishi rejalashtirilgan. Transport boshqarmasi oldidan juda ko'plab vazifalar qo'yilgan. Eng avvalo birinchi navbatda o'sha olib kelingan avtobuslarni demak yo'nalishlarga joylashtirish. Birinchi navbatda shu elektroavtobuslarni demak shahar yo'lovchi tashish yo'nalishlariga joylashtirish va gazda ishlaydigan avtobuslarimizni shahar atrofi ekspress marshrutlarda, turistik marshrutlarda, demak tuman markazini demak qishloqlar bilan bog'lovchi avtobus yo'nalishlariga joylashtirish bo'yicha demak chora-tadbirlar belgilab olindi. В диалоге приняли участие, обменялись мнениями по вопросам приобретения новых автобусов и размещения их на маршрутах предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками. Сказано о том, что с 2024 года городские автобусы будут переведены на систему работы по брутоконтрактам, при которой будет производиться расчет услуг пассажирских перевозок по тарифам, исходя из критериев пройденного пути и качественного обслуживания пассажиров. Сверхрасходы автокомпании покроют из специального фонда. А в этом процессе необходим контроль движения автобусов. Общественный транспорт должен вовремя прибывать на остановки, подчеркнул Хоким области. Брутто шартномасыны өзі бірінші талаблардан бірі автобус русымы қулай болыш керек, елі яңгі болыш керек, хамда ең минимал талаблар белгіленген. Яғни өші ногаронларға молжанланген пандуслары, видеокамера, электрон төлеу тізім, va har nuqtai nazardan, xavfsizlik nuqtai nazardan qulay bo'lgan o'sha avtobuslarimiz bugungi kunda 100tasi faoliyat ko'rsatyapti, undan tashqari yana 6ta elektrobusimiz. Ushbu avtobuslar, demak, 1-yanvardan brutto shartnomaga asosan o'z faoliyatini boshladi. Перед ответственными лицами поставлена задача постоянно обсуждать работу в этом направлении и оказывать всяческую практическую помощь предпринимателям в рамках закона.